подорожничек. К сожалению, подорожничек не помогает, вот, решительно. Вот, как? Как? Привет, есть смысл покупать Лигу Исследователей? Есть ли смысл покупать Лигу Исследователей? Ну, первый квартал... Ну, да, можно. Подожди, надо же купить, по сути... О, потасовка новая. О, нифига. Дорогие друзья, я правильно понимаю, что надо... Надо купить только Наксарамас. Правильно? И все, остальное все не надо покупать. Купить Наксарамас, и тогда ты сможешь докупить все крылья и поиграть, правильно? То есть надо купить первое крыло Накса. Или я неправильно понимаю происходящее? Ладно, суть. Добро пожаловать на очень опасную потасовку. Создайте колоду из лучших заклинаний самых быстрых больших существ. Стоимостью 7 или больше кристаллов маны. Малышам тут не место. Потасовка для больших. А что будет происходить, Подожди, а... я просто не вижу юнитов. Я не вижу юнитов. Прикольно. Подожди. Нейтральные. Ха-ха-ха-ха. Забавка. Прикольно. Значит, у нас работают все спылы. У нас работают все спылы. Прикольно. Добро пожаловать на очень опасную потасовку. Зайти холоду из лучших заклинаний самых больших существ стоимостью 7 или больше кристаллов маны. Малышам тут не место. Так. Понятно. Спылы. Спылы. И жирные кричи. Давайте-ка вспомним, ребята в чате пишут прист, у кого какие юниты. Здорово, капитан, третий кукриник и кайф. По раскрашенной душе. Окей, поставим, конечно же, чуть попозже. Чуть попозже. Спасибо тебе большое, братан, за поддержку, особенно столь внушительную, конечно же. Так, здесь надо так. Так, и Деймон. Хант неплох тут. Тут как бы... А, у Ханта же эти малыши-карандаши. Вилен. Ну да, тут такая штука, что я думаю, что вот это топич. Больших кричей, только жирные, да? Только жирные кричи, вот это топич. Игры разума, кстати, в принципе, почему не попробуем, давай. Не знаю, зачем Вилена. Вилен, наверное, не нужен, а Пелтерес, в принципе, возможно, хрен его знает. Бум. Так, великан. Великан, морской великан. Вряд ли. Вот заводной великан, мне кажется. Ой, одного такого. Вот это великан, это здорово. Так, значит, нет, надо 7. Мали, ледяной рев. Так, только большие кричи. Здорово, Хаэль. А, смертокрыл сразу. Анбокс был? Нет, конечно, господи. Рано еще. Это мы пока не трогаем. В принципе, можно херобилку себе жирную подтянуть пока что. Не думаю, что это надо. Бум. Геддон, Штормецкий, Ледяная Пасть, Ермангар, Рен Чернорук. Рен Чернорук убивает легендарное существо. Легендарное. Это будет леген. Wait for it. Legendary. Подожди, совсем непонятно, что здесь делать. Аниксия, спам всегда хорошо. Ледяной рев, в принципе, хороший. Хороший ремувал своеобразный. Хотя фиг знает. Не знаю. Авиана, Карл. Авиана, Иннер. Астральное единение вообще может быть собрать. Может быть, Авиана друида запихнуть? Авиана друида, кстати, прикольно. Прикольно. Так, где здесь очевидная фигня? Да. Очевидная фигня. Ну, в принципе, драконы есть. Можно попытаться убить легендарное существо.
Ренда, Ренд Чернорук. Ну, пущай будет. Я в него особо не верю, но пущай будет. Погнали, попробуем. Воскрешение спел за 2, алло. Игнорщик, говорит Скайркроу. Здорово. Здравствуй, наш дорогой чебуречек. Здорово, Людомингенс. Бума не золотого кинул, ну бас. Да пофигу. Воскрешали эти, добавили. Воскрешение и Килтузада добавили. Авиана, Карл, я думал об этом. Авиана должна быть хороша. Ты как бы... Ты астрал комьюнион вообще-то можешь сделать, потому что тебя не зарашит. Чем пятого хапа до пятого ранга в конце играл? Мехмагом. Ура, капитан сети. Здравствуйте. Так. Ну, в принципе, Пуркуа бы и не па, вполне нормич. Хотя, знаете, Паренко? Нет, сейчас сначала потасовочка. Игры разума, прекрасно. В принципе, игры разума, коин игры разума. Вполне забавная штука. Шаман, Малигос шаман через полуставление. Кстати, неплохо. Музыку в игре включи. О, точно. Вполне неплохо. Вполне неплохо. Малигос шаман. Астрал комьюнион, Малигос шаман. Саргерас против нас играет. Малигос шаман, Малигос шаман. Возможно, рога с этими там, с окапыванием нерубов врагу. Может быть, овердроу, может быть, мил. А, нет, мил ты не сделаешь, потому что у тебя дешевая слишком спылы. Так, здесь пока так, не будем стесняться. Тем временем, Артемий Зе переподписался уже 9-й месяц к ряду. Спасибо тебе большое, Артемий, за поддержку. У тебя бруфист. И обнимашки, не забудь сказать, тричанские, конечно же. А хапочек не ВК, ПЛЗ, очень тяжело сейчас будет. Ну ладно, сейчас чекну. Спрашивал всегда, теперь интересно тебя послушать. Как ты смотришь на то, что близы сказали, что хотели бы видеть друиды со зверями? Я знаю, как ты возмущаешься насчет Анубарака, так что думаешь насчет того, чтобы добавить новые карты с Элиданом, Анубараком и другими героями ВОВ, которые были бы более играбельными, а нынешние карты просто изменить название. Нет, в смысле, просто переделать эти карты, которые есть, что какие проблемы. Это как бы у него Mirror, ежу понятно. Поэтому торопиться по-другому играть я не вижу особого резона. Здорово, Санек, кучатик. Здравствуйте. Такендруид хорошо рашит. Такендруид хорошо драшит. А, да, он же может призывать с пылами юнитов. 1-1, 1-1 юнитца раз, 1-1 юнитца два. Маспати бафчик. И норвейты всякие позволяют играть быстрее. Они ведь не хотят менять имеющиеся карты. Да ну их в задницу. Что значит не хотят и менять имеющие карты? А надо! А надо, пока слабо. Так, лайт-бомба нас не интересует. О, нормас. Приятно, приятно. Здорово, Данил. В чем смысл потасовки этой? Так, и давайте, ну, с престом было просто. С престом было просто. Привет, за сапки жди Эльфант, та-та-та-та-та-та. Нина Симон, Синдермен, о. Хорош, хороший выбор, изи. Ладно, это все фигня. Значит, с этим мы победили, это... Давайте, Дру, мне нравится идея с Кастрал Комьюнион. Как там эта штука называется? Озарение. Очень хороши. Буйные росты на всякий пожарный. Саважерор не надо. Саваж. Астрал комьюнион две штуки, шикарно. Мульчирование. Вы уничтожаете бренд, что? Кстати, вот вполне хорошо, на жирную ключу это вполне здорово кидать. На всякий пожарный. Так, и пошел жир, да? Вот эти два. А это нафиг не надо. Павиана. Малорн. Сторожевое дерево. Кен. Так, ну и поехали просто по списку.
Бумчидзе. С драконами хотим покомбироваться. Ренда. Ранда. Силовые танки, это интересно, хорошо или плохо? Потому что на самом деле вполне, вполне приятные юниты на самом деле. Прогорес слишком мало дамажит. Алекстраза и Зера Рафаам снит. Оня, Нев. Смертик. Я думаю, два заводных здесь хорошо зайдут. Может быть, один горный. Хрен его знает. Ну, попробуем. Статуя ворона, ну бас. Да, из статуи ворона можно достать всякую мелкую фигулю на рагулине. Но я хочу по-другому сыграть. Я хочу сыграть именно... Возьми спелл за 5 маны, который дает кристаллы маны. Ага, типа как альтернативный вариант. Кстати, да, вполне нормально. Вместо горного великана... Детектировать вместо горного великана. Нуриш взять. Нуриш, 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 нуриш. Любишь, 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 любишь или нет? Да, готово. Привет, смотрю тебя с бета ХС доначу вот первый раз. Удачных стримов. Поставь, сатана печет блины. Проститутка и мугай, ремурдерит. Конечно же поставлю. Спасибо большое, Шрёдингер Кэт, за то, что ты так долго со мной и так долго меня смотришь. Спасибо тебе большое, братан. Вот тебе профист. Рад, рад, что ты так долго смотришь. И, безусловно, рад, что ты решил поддержать. Это отличный мотиватор делать трансляции далее, друже. Дорогие друзья, напоминаю, что завтра у нас ХСик. ХСик. Мульчирование, кстати, в принципе. В принципе, хорошая тема. Для дискарда. На всякий пожарный. Не, надо же буйные росты там всякие искать. Или иннеры. Рен Чернорук, сторожевое дерево. Сашка, новая гифка откуда? Сделали новая гифка на донат? Конечно. Где вы были, ребята, этой гифки уже 2 дня? Кто-то давно не заходил на мои трансляции. И Бума чего не золотого? Ой, да хрен-то на этого золотого Бума. Минус Кел, минус Алекстраза, это плохо. Любишь, 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 любишь или нет? А Нова? Что такое Нова? А, Нова завтра. Нова, новые миссии по Старкрафту завтра. Завтра, завтра, завтра. Я хотел сделать сегодня, но что-то, короче, передумал. Ну, я сказал, что вчера еще, что будет послезавтра. Поэтому сделаю, как и планировал. А сегодня поиграем в Хейсик. Больше, с большим упором на ринке, потому что я решительно запарился играть в Констракт, это мне... Уиу. Так, и Зера Келл Алекса умирает. Ой, сколько картишек. Погибает. Я был в Армении, там с Энетом худо было. Понятно. Чё повидал? Хант почти со всеми ловушками луком Орлиного Рога насилует всех. Вполне адекватно, кстати. Маг на спылах в лицо норм заходит. А сегодня сезон и заканчивается, констра не нужна. О, кстати, взрыв разума. Прикольно. Так, завтра ХС или миссии с новой? И миссии с новой, и ХС. Миссии снова не на целый день, ребята. Повидал много гор, там вкусная винишка и коньяк. Ой, коньяк! Жуть вообще. Светхапу. Блин, светхапу это... Кошмар. Так. Друзья, я... Не знаю, но, по-моему... Кстати, Авиана очень красиво сделана. Очень красиво сделана. Ну, там, она прилетает красиво, у нее реплика красивая, музыка красивая. Но, по-моему, она очень бестолковая. А кто такая Авиана вообще? Все-таки ВК чекни, там ситуация не... Чекни, там ситуация неоднозначная вышла. Ахаха, выходи, короче. О, ребят, смотрите, я могу поставить этого чувака и умру на следующий ход, шикарно.
Так, я понял. Можешь ливать. Я понял, что Mind Games это OP. Так, ладно. Игнератор, в чате ты не отвечал на вопрос, задам здесь. Как думаешь, если Blizzard вводят ротацию карт, будут ли они избавляться от рандомных карт, тем самым усиливая соревновательную часть? И да поставь ваксом, стереочанчервель.2 и Underwood, товары и услуги. Так, все, удалить. Конечно же, поставлю. Спасибо большое, Ксенок, за поддержку. Прости, что не видел. Я тебе легко на этот вопрос отвечу. Ровно так же, как сейчас, так же будут действовать Близзарды дальше. Их практика не показала того, что жиза плоха. Так, две ловушки, две взрывные, метать две змеиные, две с дротиками. Вполне хорошо зайдет. Две морозные, два мездира. Где наши луки? Два снайпшота? Надо снайпшоты. Я не знаю, скорострельность, наверное, килл команды. На всякий пожарный. Лук орлиного рога, питомец, дедли. Спустить собак, в принципе, неплохо. Выстрел кобры, паучий клубок, это спел. Ну, почему тогда возьму его и возьму метку охотника? Притвориться мертвым, шляпа исследователя, снайпшот, дедлишот, выстрел кобры, длинный лук, газрила, круш. Ну, в принципе, попробую так, я фиг знает, по-моему. Ура, кухня! Да. Това, да. Кухня, да, кухня шикарна. Уничтожать любое другое существо, которое получает урон. Такой гранд вайб хотим. Давайте утробку как-нибудь закинем. Утробка плюс пустить собак, это же гранд вайб борды, да, правильно? Давайте попробуем. Победы. На изготовку шагу потасовку, говорит Готрейдж. Сейчас, подожди, сейчас я тебе устрою. Привет, я тебе вчера кидал колоду на мага. Вот как и обещал донат. Со степухи будет подписка. А пока поставь зупагай. Буару Ереу, текстили Климент Слакон и Славы Зизек. Ты перверти данчо и утубе. Окей, хорошо, поставлю. Спасибо большое, Супа Джесс, за поддержку. На изготовку возьми, говорит, с ДДОС. Возможно, вы правы. Ты не доживешь до вайпа. Собак не бери. Собак, да, наверное, вряд ли взял. Зря взял, точнее. Змеиная ложка пока не нужна, медвежья ловушка хорошо. Это нормально, что мне выпало с 6 купленных колод по 100 золота. Выпали 2 легендарки и 1 золотая. Кислотная утроба. У меня стрим не грузится, я тебя не слышу. Так, пишем ему, ну... Но бас. Так вот. Это нормально, что мне выпало с 6 купленных колод по 100 золота, выпали 2 легендарки? Конечно. Конечно, нормально. Все, что ненормально, не происходит. Понимаешь, смысл слова норма, вот понимаешь. Вот говорят, со мной происходит что-то ненормальное. А фишка нормального, да, фишка происходящего в том, что оно априори нормально. Все, что ненормально, то есть паранормально, можно сказать, вот так вот, оно не происходит. Понимаешь? Как прикольно все устроено. Дородок. То есть некоторые говорят, блин, если бы я был на твоем месте, если бы ты был на моем месте, ты поступил бы точно так же, потому что именно мое место задиктовывает, как я поступаю. Некоторые говорят. Вполне прикольно. А что тебе прислали? Новую гарнитурку. Так, это Мирор мне пока не нужен. Мишку, наверное, потому что мишка меньше работает. Капитан, смотрю твой стрим, уже не люблю. Если сам поиграть в ХС, может буквально пару слов о начале, например, пал упор в это или лок упор в это, мне для фана. Такой фигни не будет. Пройди обучение, а потом попробуй, я не знаю, сыграть аренку. Тебе никто не скажет, пал в упор в это, что-то упор в это. Если жокера какие-то вышли, так правильно, так и надо. Почему ты так усердно меня игноришь? Хап, многим стримерам и проигрокам дали возможность показать новые карты, а русскоязычным стримерам тебе предлагали? Мне нет, мне не предлагали.
Мне не предлагали, потому что я недостаточно хорош. Во сколько анбокс будет? Ближе к вечеру. Саша, поставишь Виктор Паука, как и... Я, как обычно, занесу паук. Потом, конечно же. Виктор Паук. Тебе, Лесдер, родной, все, что хочешь. Блин, ловушка с дротиками просто ад. Против хапа играет качок. Так, это очень похоже на миррор какой-то. Привет, Хапа. Как относишься к попыткам возродить патрон варов? Поставь, пожалуйста, челдвеллер. Энтифайн Ампири. Твердый Хапа. Угу. Я понял. Как относишься к попыткам возродить патрон варов? Патрон вары играют и побеждают. Они вполне хорошая дека. Против, конечно, Рено. Ой, простите, Рено. Против Элиза Вара патрон вару тяжело, поэтому мы, когда играли, в основном их выигрывали. Но вообще патрон вар вполне сейчас хорош. Поэтому все вообще шикарно. Такие дела, дружок. Спасибо большое, Кенгуру ТВ, за поддержку. Это арена или как? Это... Контроль, раздел патрон вара без шансов почти. Ты видел видос у Гнума на канале о стримерах и Близзардах? Отсылка к Люди Икс, ты там есть тоже, ржач. Не знаю, мне показалось это как какое-то... Так, здесь... Обращение в пар. Лол. Забавка. Обоссы меня Господь называется. Убийца. Мой оппонент что-то дает, конечно. Открывать паки на стриме будешь сегодня? Один точно откроется, потасовку. Летал же был. А, типа я мог королю круша делать? Нет, почему? Нет, не хватает, лол, с чего бы это? Я сделал килл-команд и стедишот. Килл-команд и стедишот. Сделал бы круша, нанес бы 8, а так нанес 7. С чего вы решили, что там летал? Так, вообще прикольная штука. Давайте попробуем еще, мне понравилось. Только мне кажется, что мишки полная фигня. Взрывные ловушки. Скорострельность. Спустить собак, наверное, вряд ли играющая тема. Кислотная утроба тогда тоже не играет. Скорострельность, перенаправление на изготовку. На изготовку возьму. Змеиная ловушка тоже не играет. Чародейский выстрел. Дешевые-то играют, наверное. Так, теперь надо найти три карты, которые... Ну, в принципе, одну антимаговскую. Выслеживание, в принципе, помогает быстрее их ротировать. Давайте попробуем, пущай будет. Хорошая штука. Мог танка не убивать, я был бы летал. Как? One off. Выкинь змей, да, змей вообще ни о чем. Бе. Так, выслеживание, ловушка с дротиками. Вполне, кстати, забавно. Против меня рога играет. Мое почтение? Че, серьезно?
Так, выслеживание. Надо на стартовую руку. Питомец, в принципе, меня больше всего интересует. Да, питомец. Шикарно. Отравляющий укол. Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Коин. Лёок. Музыки нету. Музыка из Хейсика играет. Только она играет очень тихо. Надо бы мне. Хотя нет, у вас же, по идее, нормально играет. Ой, простите. Так, меня интересует. Пока так. Фигулина на Рагулине пока никак не сыграет. Хапа потасовка тупейшая на самом деле. Не знаю, мне улыбает какая-то наржачная. В лицо. Ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Забавка. Так, лук дашь? Медвежья ловушка. Забавка. Дальше. Сори за спам, мне бойся надоел, уже в ВК написал по поводу доната Ник Шедоухантер. Сейчас, Ник Шедоухантер, я помню про тебя, я еще не успел. Ничего не успел. Так, если поставишь вот пруф. Ага, хап, это я. Ага, принято. Шедоухантер. Хантер from Shadow. Спасибо тебе большое, братан. Владина решеточка 1. 1 мы переименовываем. Спасибо. Поставим, конечно же. Шедоухантер. Shadowhunter set. Принято. Очень большая на песенке? А, нет, не очень большая, но мы еще пока их не запускаем, потому что потасируем. Так, мы выиграли. А, давайте попробуем последнее редактировать, удалить. Последнего, кого мы пробуем, это, конечно же, Шаман Малигос Астра... Нет. Как? Так, теперь смотрим, что у нас тут. Исцеление Рокбайтер, земные шоки. Земные шоки, не, нафиг не надо. Рокбайтер по началу игры, наверное, как-нибудь. Хотя фиг знает Рокбайтер. Молния. Ледяные шоки. Разряды. Выбросы лавы. Дальнее зрение. Так, оба волка. Один зов предков. Оба с глаза. Нептулон и Лакир. Лакир, в принципе, неплох. И Нептулон, в принципе, неплох. Поставлю. И молот рока, в принципе, неплох. Можно даже два. Так, Таурисана бы. Лавашок забыл, да? Лавашок. Ага, все. Топор бури. Так, чисто потыкаться в него немножко. Одного хватит, на самом деле. Один разряд только взял. Один разряд взял? Ой, какой стыд. Так, две молнии, два ледяных шока, два камня-дробителя. Один топор бури, один лавашек, один разряд, один выброс лавы. Одно дальнее зрение. Один дудикого волка, один с глаз. Один двух предков, один молодрог, один плун, один лакир. Гроза здесь не нужна. У нас все, у нас Маргул классно, нам не нужно. Малигоса выкинул. Ой. Сорян. 25. Теперь надо забить 5 кристаллов чем-то таким адекватным, что нас, в принципе, особо не пугает, что мы можем взять. Земной шок, в принципе, можно взять. На всякий пожарный. Исцеление предков нас не парит. Раздвоенная молния нас очень интересует. Ну, давай на всякий пожарный возьмем, но я думаю, что... Не, блин, она не сыграет. А, древнее знание. Перелопачивание деки, конечно же. Чтобы быстрее найти всю эту дрянь. Можно зов предков типа второй взять. Зов предков надо второй брать, друзья. Я бы зов предков взял на четвертом ходу тыкать. Ну, второй типа. Я не знаю, я не шарю на самом деле вот в этой фигне. Ладно, попробуем. Пробуем. Я не умею совершенно играть вот этим. Хекс же. Мы взяли хекс. У нас два хекса. Все как полагается. Таурисонирование. А нельзя таурисон на этой...
Волна исцеления? Типа не хватит хила, да? Типа я не доживу до широкого бомба. Возможно, возможно. Драгал. Ну, с хантами все понятно. Он сейчас будет, кстати, убивать меня. Нептулон, Мали. Мали, наверное, ставь старта в руке. Почему нет? Мне уже надо, как только придет зов предков, сразу сыграть. Хекс на Хафера. Я сейчас бы без хила играть с двумя пушками. Так, я подожди, я пушками-то собираюсь бить в лицо. Видел новую карту Ханта за 10 маны? Фейк это или нет? Нет, не видел. Еще пока не видел. Так, кайнуля и пошел стедишот, что ли? Пошел стедишот. Так, ищем таун тотем. Не поймали пока. Та-т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 а. Так, сразу заранее предупреждаю, дорогие друзья, что после этой аренки, после этой штуки наступает время охренительной аренки. Вот, и идем на аренирование. Вот. О, Синемен! Так. Так. О, Синемен, where you gonna run to? О, Синемен, where you gonna run to? О, Синемен. Слушай, ледяной шок надо сейчас? Просто ледяной шок сейчас, смотрите. Я делаю ледяной шок. Не, я могу сделать лавашек. Не, подожди, я могу сделать ледяной шок. Хотя мне, наверное, ледяной шок нужен под Мали, да, наверное? Просто черный полстерь показал, да, я знаю, это этот экранный ваконный режим. Ледяной шок сейчас сделаю, тогда получается, что я что? Правильно, нанесу еще один урон этим зверюкой. Хотя, может быть, пока забить вообще. Мне не надо, я думаю. Мне не особо интересно. ОСПД нашли, приятно. Так, здесь свернули. Так, нас интересовал Mozilla Firefox. Ага, пошел секрет, но и мы его пока не делаем. Он вообще пошел с новым этим. Так, Аллакир, Аллакир. Ну и ладно. Не хотим играть с тобой. Тут вообще решительно пофигу. Ты чё, рили? Рили, ментяр, это неприятное. Больше ты жопа. Ладно, хрен с тобой. Кто же мишку берет? Ладно, я тоже брал. Я тоже брал, друзья. ДР задонатила, чек яд. Сейчас зачекирую, друзья. Подождите, пожалуйста. ДР задонатила? Надо на Good Game зайти тогда, а не яд. Ща. Аркан шот с ВСПД тотем. Хорошо. И разбивает. И питомец пошел. И хафер пошел. Ой, ты какая прелесть. Вы поглядите, какой, а? Бай... О, подожди, стоп. Так. А, у меня же еще Алакир теперь есть. Не-не-не-не-не-не-не. Ты Сашку не проведешь, жопа. Подожди, а я могу сделать что-нибудь красивое? Я сделаю... Нет, подожди, пока я ничего красивого сделать не могу. Блин, он же может Алакира достать. Аж будет такая жопа неприятная. Ладно, хрен с ним. Пока так. Алакира достану тоже неплохо, в принципе. Деньги на Яндексе с ВК. Принято. Деньги на Яндексе с ВК. А чё это ты на Яндекс пересела? Так, Синермен, конечно же, 10-минутный. Да, ей же я обожаю. Сатана печет блины, простит утка. Просто концептуальнейшее кино на радио Капитан. Дальнее зрение. В принципе, мне сейчас даже, наверное... Хотя, знаешь, иди ты в болото. На тебя. Он, скорее всего, убьет меня, этого чувака.
Я вряд ли смогу. Я фигню делаю, ребят. Я так неправильно сыграл, что просто пипец. Мне как бы надо просто другие карты иметь. Надо было хиллы иметь. Блин, кстати, а хиллы с Думхаммером вообще... Не-не-не, конечно же. Конечно же, это полная фигня. Так, товары и услуги... Unedited version. Нет, дорогая, я купил тебе товары и услуги. Мне нужны товары и услуги, которые как бы хорошие. Очень тяжело. Так, убил мне и в лицо ударил. Но здесь, само собой, ветра. Ну, как назойливые плюхи. Хорошо. Хорошо. Блин, а лакир офигенный на самом деле. А лакир реально классный. Игнорчик, чекни в киви. Друзья, не успеваю пока. Не успеваю. Секундочку, пожалуйста. Сейчас все будет чекнуто и все будет в лучшем виде. Секунду. Короче, всеми победили. Или нет? А, нет, друидом не победили. Друид, ооо. Друида постараемся, короче, сделать по-другому или не постараемся? Или ну его, короче, в болото. Два синермена. Друида попытаемся сделать красивого? Или не будем? Значит, озарение, буйный рост. Нуриш, как у нас переводится? Как переводится Нуриш? Кстати, на всякий пожарный можно и поражать, эту штуку взять. Астральная коммуния, дар природы. Друиды на астрале попробуй. Дар природы один. Так, в остальном поехали, поехали, поплыли. Павиана, торжевое дерево, кен. Бомбу в друида возьми. Ой, неохота совершенно. Неохота совершенно, хочу жирных речей. И пошло, поехало. Бумчидзе, Рент, как ремувал, Рагнакел, Алекса Крошер, Изера Рафаам, Оня Нев, Смертик, Горный не хочу, Огненный Невиль хочу, Ледяной Рев в принципе окей. Силовые танки вполне. Ну, в принципе, можно еще хромчика так чисто для триггера. А, поугарать на здорово, пущай будет. Я же его люблю, он же при зрительских симпатий. Погнали. Астральная мусор. Да, невероятный. Так, здесь вот так вот. И все, последнюю делаем на друидике. И все хорошо. Так, здесь надо зачекировать все подряд. Так. Когда будешь обозревать новые карты? Когда будешь? Попробуйте позднее, говорит мне Кивас. Новые карты, когда их побольше выйдет, чтобы был большой скоп. Будет заранее объявлено, что мы обозреваем в этот день карты. О. А нет, все равно все из этого не надо. Так. У меня дилемма. Я собрал уже все карты из всех доп. И вот стал копиться пыль. Уже 7к. Так вот, ближе к делу. Какую золотую легу крафтите? Конечно, дречанские. Не-не-не-не-не, никаких. А, все карты и какую золотую легу крафтить? Ах ты этот, мажор. Слушай, выбирай золотые крафти ровно как тебе сердце говорит. Как сердце говорит, так и крафти. Отлично, комьюнион в руке в стартовой, шикарно. Радуемся жизни. Спасибо большое, Пруслан, за поддержку. Поставим. Так, от Дайр за песенки залетело аж на 350 рубасов. Ну, Дайр, ты меня балуешь. Спасибо тебе большое. Дайр, за поддержку, вот тебе брофист. Нет, это сисфист. Тш, и обнимашки. Конечно же, Дайр, сет в очереди. Спасибо тебе большое. Рад, что не забываешь старика. Поддерживаешь все дела. Так, Дайр, сет. Хорошо. Так, здесь пока что ничего. Ренда скидываем, Алексу скидываем. Все скидываем.
Здравствуй, варенки сегодня будут? Будут. Вообще, вот как бы Дайер говорит, что сегодня, типа, последний день, чего играть в Констракт. А я думаю, что Констракт это как раз-таки самый последний день нормально поиграть. Потому что в следующем сезоне я Констракт это решительно не хочу играть. Он гагно. Болото его. Ненавижу эту. Так, Снит, Ледяной Рев, Таунт, Силовой Рент, Алекстраза уходят. И поехали. Скорее, чтобы золотого смертика крафтил, он прекрасен. Золотого смертика крафтил, он прекрасен. Да, он, кстати, красивая анимация. Ну, надо ставь то, что чаще всего играешь. Но вот не бум. Бума скоро уберут. Вот, например, кто тебе нравится. Красивая Сильвана, у нее тетива красивая. Рагнарос золотой красивенький. Согласен, арена для пусиков. Я не знаю, почему ты считаешь, что арена для пусиков. Арена топич. Я с Альфа играю. О! Хумилити дай. Господи. Теперь у меня 4 ока. То есть око за око и око за око. Получается сколько правильно? 4 ока. На тебе, на петюник. На петусик в лицо. Хдж. Чё такое? И в лицо фейсрейс? Давай посмотрим, кто быстрее. Давай посмотрим, кто быстрее фейсрейсит. Я готов рискнуть. Ах ты жопа неприятная. Уже походу ты быстрее фейсрейсишь. Блин, вот эта штука, второй Астрал Комьюнион, не должен так работать, друзья. Так, если я сейчас ударю на 8 в лицо... Значит, делай на 8 в лицо? Не-не-не. Не, фигня полная, ребят. Не могу. Не могу, друзья. Топ spells in the game, да. Реально, решительно топ spells in the game. Сегодня последний день интернета, завтра не смогу посмотреть стрим, печаль. Говорит Ваклекса 12. Блин, братан, ну я верю в тебя, что ты сможешь. Еще 4 урона. Наши дети парят в небесах, братан. О! Очень красивая звучка. Опять решительно. Черт! Если бы при использовании всей руки остальной фигни давал здоровался, была бы играбельна? Да. Решительно. А, фак, опять решительно. Безусловно, Астрал Комьюнион должен... Первый Астрал Комьюнион должен делает все правильно. Возможно, чтобы он был играбельнее, стоит добавить... Ой, подожди, а как ты хочешь здесь походить? Так, подожди, ты меня пугаешь. Возможно, даже и не стоит добавлять дроу-карты. Но я считаю, что надо сделать именно так. Ты заюзал Астрал Комьюнион? Окей. Астрал Комьюнион, да, сжигая 4 кристалла, не дровает тебя на десятку. Дает тебе 6 кристаллов... О, справедливость. 5 плюс 4 плюс 1 плюс 1. Не убиваем пока. Не убиваем врага, что очень грустно. Вау-вау. Вполне вероятно, что он меня сейчас убьет. Привет, Саша, здорово, Эмеральд. Я разорву тебя своими когтями. Сейчас просто Equality Consecration. Что говорит Авиана? Я разорву тебя своими когтями. Я несу жизнь и одежду. Я запустил счетчик решительно. Давай. Хапа, это снова я. Вопрос. Заиграет ли Декарино на драконах или лучше забить на нее? Сомнения большие.
Ты пытаешься усидеть на синергии драконов, при этом хочешь взять по одному дракону. У тебя не закатит, братан. У тебя просто не закатит. Человек, который спрашивал, будет ли Хапа сегодня открывать паки. Да, смотри. Пам-пам-пам-пам-пам. Специально для тебя. Эксклюзивный контент. Ты просил, ты получил. На. Как тебе? Наслаждайся. Так, чё?